Зажигание бензопилы. Из чего же оно состоит? Состоит оно из основных двух элементов. Это модуль зажигания и это маховик. Маховик крепится к коленвалу при помощи шпоночки и обычной гайки. Вот здесь на маховике находится магнит. Принцип работы зажигания. Тот момент, когда магнит проходит при движении возле модуля, электрический разряд в виде искры уходит на свечу. Вот эти два провода уходят на кнопочку, кнопку включения зажигания. Также кнопка может работать через массу, то есть провод будет один. Для тех, кто не знает, кнопка включения зажигания работает на смыкание. То есть если вот эти два провода сомкнуть между собой или вот этот красный сомкнуть на массу, зажигание работать не будет. И искры, соответственно, тоже не будет. Если мы их размыкаем, зажигание начинает работать, искра появляется. Какие бывают поломки? Зажигание может замкнуть, то есть модуль внутри повреждается. В этом случае искры не будет, и вы самостоятельно отремонтировать его тоже не сможете. Только полная замена всего модуля приведет пилу в рабочее состояние. Также бывают повреждения проводов. Бронепровод вследствие механического воздействия может повредиться или от перегрева. При повреждении бронепровода искра пробивает на цилиндр. Пила работать не будет. Необходимо ликвидировать вот это повреждение. Если повредится один из проводов маленьких, которые идут на кнопку, пила работать будет, но вы не сможете ее заглушить. Визуально осматриваем повреждения проводов и устраняем их. Как же располагается модуль на пиле? Я покажу вам на примере бензопилы Partner 350S. Также расположение может быть разным, и на каждой пиле это, соответственно, может отличаться. Но в среднем все располагается вот так вот, как я вам показываю. Вот он сам маховик, прикрепленный гайкой. Вот здесь вот находится магнит. Вот он модуль. Он крепится двумя болтами. Вот он и вот он болт. Бронепровод уходит, который на свечу. И провод, который идет на кнопочку. Перед тем, как менять модуль, необходимо проверить визуально все провода, чтобы они были целые. И проверить свечу на работоспособность. Если свеча не рабочая, пила тоже работать не будет. Если вы уверены, что свеча работает, провода все целые, только в этом случае приступаем к замене модуля. Откручиваем два вот этих винта. Снять можно вот здесь вот, или вот здесь вот на кнопке провод, который идет на кнопку включения. И со всем вот этим вот модулем идем в магазин и покупаем новый по образцу. Только в этом случае вы будете уверены, что модуль подойдет именно к вашей бензопиле. После того, как вы все поменяли, пила приходит в рабочее состояние, и вы приступаете к распиловке древесины.